Бойцы на середину. Спортсмены, правила знаете. Формат боя 3 раунда по 2 минуты. У вас главный бой. Покажите красивый, честный бой. По углам. Судья. Боец готов? Боец готов? Судья. Бой! Дорогие друзья, две легендарнейшие личности Ютуба. Кирилл Руки-Базуки и Монгол. Посмотрите на Руки-Базуки. Какие руки. Он очень храбрый парень. Монгол боевик натуральный. Очень сильно бьет. У него мощный удар. У него одних подписчиков в Инстаграм 900 тысяч подписчиков. Я же вам говорю, у обоих легендарный. У него, у этого миллион, у Кирилла миллион подписчиков. Ни один профессор, ни один ученый в России, даже, может быть, в мире столько подписчиков не имеет. У вас настолько они легендарные. Но Кирилл чуть выше. Рубка пошла, рубка пошла. Монгол начал бить по корпусу. Кирилл отошел, Кирилл отошел, отдыхает. И наступай вперед. Передней рукой. Левой рукой. Дорогие друзья, Монгол под 45 лет, но он успел. Мощная, хорошая фигура у него. Более рослый, 180 сантиметров. Кирилл Базуки базуками начинает колотить своего соперника, но Монгол этого не чувствует. Разворачивается Кирилл, дыханка кончилась. Что такое? Хромает, уходит. Раз, два шага назад для дальнейшего наступления. И вперед, Монгол без конца нападает. Идет вперед. Бой, кажется, не дотянет до второго раунда. Падает! Это не было. Что это? Что это? Снизу бьет. Монгол? Защита! Кирилл, давай! Итак, дорогие друзья, Монгол, кажется, добился победы. Полную защиту ушел Кирилл. Судья внимательно смотрит, что делает. 10 секунд. Синяя активнее! Так, Кирилл, вставай. Кирилл, вставай. С такой легендарной рукой. Рука с такими легендарными руками. Что ты, брат? Ох, наконец-то, слава богу. Не-не-не. Монгол, руки поднимайте. Это конец первого раунда. Монгол, ты не радуйся особо. Сейчас будет продолжение. Монгол, ты что? Судя по накалу этого боя, парни дрались за место в «Мстителях». Заметно, что Базука вышел уставшим, потому что самые энергозатратные удары он нанес по жопе Пескун. Сегодня Кирилл убедился, что отъебать могут не только в порно. Дай воду. У Монгола просто так капу даже не вытащишь. Такая челюсть. Он уже есть, уже есть. Попей. Монгол, где эти монголы, непонятно. Наступали татары-монголы, остались татары-монголы. Исчезли, вот один из последних монголов. Может быть, ну такой жестокий. Руки, ва, улыбается. Все, давай. Второй раунд. Эпик файтинг. Второй раунд, бой! Олег! Передней рукой работай. Олег, давай делай! Кирилл идет с опущенной головой, вперед пускает руки. Опа, размахнулся. Монгол начал впервые отступать. Монгол отступает. Колено, Кирилл отступает. Колено. Так, можно? Ну, что? Не знаю. Теперь монгол развернулся. Кирилл отступает. Активный. Тут идет бойцы, атаки с переменным успехом. Какой размах. Достал Кирилл его. Монгол хочет идти на удушающий. На болевой или удушающий. Олег душит сверху. Кирилл сопротивляется руками, хочет освободиться. Судья внимательно наблюдает. Второй раунд поединка. Эпик файтинг. Монгол против Руки-Базуки. Две легендарные личности. Олег Монгол в красных шортах, черных шортах. Руки-Базуки. Кирилл. Попытка. Примитивнейшая, обычная, простейшая попытка на... Болевой! Уважаемые друзья, кажется, у монгола получилось, но руку... Кирилл еще... Кирилл не сдается! Кирилл не сдается! Тяни руку, тяни! Смотри, он нажимает. Он не знает, ему еще надо чуть-чуть скрутить. Монгол, он жизнь...
Ножки, ножки, ножки. Тяни, тяни, тяни. Дорогие друзья, меня Измаилов вряд ли такой интерес вызвал, чем этот бой. Посмотрите, какой сильнейший болевой. Болевой, который не причиняет никакой боли. Таких боев вы никогда не увидите. Руку под мышку суй. Дорогие друзья, если этот эфир, передача идет на Америку, отключите, чтобы Дан Уайт не переходил на счет боевых товарищей. Побеждает Олег Монгол, кажется, Кирилл Руки-Базуки очередной раз, как обычно, сдается. Кирилл, как и все в его теле, стоял до конца. Неприятно получать по лицу рукой, от которой пахнет пиздой Александра Пискун. Еще б немного, и базука Терешина кончила на лицо монгола. В этом эпическом бою, легендарном реванше, межгалактическом состязании побеждает боец из красного угла. Во втором раунде приемом армбар Олег Монгол! Нисколечко не сомневался в тебе, брат. Три года мы ждали этого реванша, и вот он, главный бой. Давай, пока сам от себя пару слов о том, что было сегодня здесь. Я просто видел все в мандраже Кирюхи. Он знал об этом, что я его накидаю, он об этом знал прекрасно. И все-таки я просто почуял, что он не маленький вообще сыт, как последняя собака. И, ребята, и спасибо всем тем, кто здесь со мной и кто за меня болел! Олег, ты знаешь, на самом деле, я смотрел предыдущий бой, я тебе могу сказать, ты реально подтянул свои скиллы, это было заметно, это было видно, но самая красота была в том, как ты закончил этот бой. Против Руки-Базуки ты сделал прием на руки, и это было эпично. Ты готовился к этому или это получилось в моменте? Это чисто моментально, сознательно просто вспомнил, что могу делать это, потому что руки не слабые, хотел бы руку сломать. Вот все, есть разговор. Ваши аплодисменты Олегу. Мурат, у тебя много раз помолвшим, да? И что ты где-то здесь. Выйди, пожалуйста, мы сделаем с тобой фейс на фейс. И второй бой будет с тобой. Под ваши аплодисменты, ребят. Привет, Мурат. Салам алейкум. Как настроение? Вот Олег тебе сделал вызов, ты смело и легко вышел. Ты дашь ему ответ, да, что ты с ним поделишься? Ну так что поделимся, да. Давайте поаплодируем этому событию. Может быть, пару слов еще что-то есть сказать? Ну и здоровья ему, да, крепкого, все. Давайте сделаем фейс-ту-фейс тогда в таком случае.